В Карачаево-Черкесии прошли потолпашинские чтения. В конференции участвовали ученые нашей республики Дагестана, Оренбурга, Абхазии, Волгограда, Ставрополя, Дона и Кубани. Подробности у Али Баташева. Мы полагаем, что формирование казачьего самосознания у молодых людей на основе историко-культурного наследия, изучение традиций, обычаев российского казачества сегодня как никогда важно и необходимо. Баталпашинские чтения – это уникальная площадка, где представители научной среды, общества изучения старины, священства делятся своими исследованиями в области истории, религии, культуры, традиций и литературного наследия. Особое внимание уделяется церковной истории и развитию православия. В этом году баталпашинские чтения были посвящены 100-летию образования Карачаево-Черкесии, 190-летию образования Кавказского линейного казачьего войска, 130-летию образования 6-го кубанского пластунского полка, а также 100-летию процессов по изъятию церковных ценностей. Тема доклада историка Анатолия Авраменко из Краснодара «Возрождение казачества на примере кубанского войска». В нынешнее время мы можем сказать, что кубанское войско является одной из наиболее многочисленных организованных войск Российской Федерации. По состоянию на конец 2021 года войско насчитывает 57 тысяч казаков вместе с членами семей более 166 тысяч. Хочу поблагодарить всех участников, потому что формат, масштаб конференции растет. Если в прошлом году она была межрегиональной, то в этом году она всероссийская и с участием наших друзей и коллег из Белоруссии, Абхазии. Для нас, конечно, это достижение, регион развивается и становится местом проведения большого количества таких важных мероприятий. Баталпашинские чтения – это большой вклад в укрепление гармоничных, межэтнических и межконфессиональных отношений, укрепление единства российской нации и гражданского патриотизма. В этом единогласны все участники конференции. В ближайшее время по ее итогам будет сформирован научный сборник, куда войдут доклады всех выступивших, а также тех, кто участвовал заочно и направил свои доклады для публикации в этом научном сборнике. Али Баташев, Вести, Карачаево-Черкесия.